Господин Житруа, Сара, здравствуйте. Рад вас приветствовать здесь, в Москве, в нашей студии. Bonjour, Anastasia. Je suis ravi d'être... Здравствуйте, Анастасия. Спасибо огромное за приглашение. Поверьте, я не ожидал, что студия вашего телеканала «Москва-24» окажется по-настоящему волшебной. И у меня сейчас такое ощущение, как будто я нахожусь не в студии, а на борту космического корабля. Складывается впечатление, что сейчас мы втроем улетим в космос, где будем говорить о моде. Это точно. А я хочу напомнить, что впервые в студии «Москвы-24» король кожи Жан-Клод Житруа и его муза Сара Маршалл, с которой они работают уже 15 лет. Жан-Клод Житруа. Король кожи и меха, французский дизайнер Жан-Клод Житруа, родился 10 января 1944 года. Всемирную известность получил как изобретатель эластичной кожи, идеально облегающей фигуру и делающей ее более сексуальной и соблазнительной. В молодости Житруа получил образование терапевта и психиатра в университете Ниццы. Но в начале 80-х годов в его жизни начался новый этап. Он открыл в Ницце небольшой магазин кожаной одежды. Начинание оказалось успешным, и вскоре появился второй бутик, на этот раз в Сан-Тропе. По мнению Житруа, одежда – это второе «я» человека, его вторая кожа, видение мира. Размышляя об этом, дизайнер пришел к использованию новых технологий создания одежды из идеально выделанной кожи и тончайшей замши. Сегодня среди клиентов дизайнера Селин Дион, Лиз Хёрли, Брук Шилдс, Элтон Джон, принцессы Монако Стефани и Каролина, Шер, а теперь еще и российские звезды шоу-бизнеса. Да, я работаю с Сарой уже 15 лет, и я хочу сказать, что у моей Сары самые прекрасные глаза в мире. Как раз сейчас я хотел бы сделать комплимент Анастасии. На ней сегодня комбинезон из коллекции Житруа. Кстати, хочу отметить, что у Насти восхитительная фигура. Жан-Клод, какое-то время назад вы преподавали психологию в Ницце. Вот как вас, психолога, занесло в этот мир моды? И можно ли сравнивать психологию и моду? Да, я занимался изучением психомоторного развития ребенка до 2 лет. Можно сказать, что я изучал язык тела. Порой мне кажется, что именно изучая язык тела, можно понять, как правильно одеть женщину. Я действительно хорошо знаю строение тела, его движение, анатомию. Наверное, именно поэтому я хочу одевать людей в кожу. Вас называют в мире моды королем кожи. И как вы говорите, что одежда – это второе «я» человека, его вторая кожа. А откуда у вас вообще возникло такое желание работать именно с этим материалом? Для женщины очень важно иметь возможность соблазнять и получать от этого удовольствие. Женщина должна одинаково завораживать своего мужа, своих детей. В то же время она должна быть соблазнительной, когда работает. Вы используете кожу не так, как другие дизайнеры. В чем ваш секрет? Мы изучаем кожу уже более 20 лет, и открою вам секрет. Делаем это совершенно не так, как другие. Мы создали кожу стрейч. Она эластична и прекрасно подчеркивает форму тела. В коже стрейч ты чувствуешь себя в безопасности и гораздо более комфортно. Жан-Клод, я знаю, что вы даже сделали купальники для синхронного плавания и изобрели джинсы, которые можно стирать в машине. Но не просто джинсы, а кожаные джинсы. Да, Анастасия приезжала ко мне на французскую ривьеру в Эден-Рок. Там молодые синхронистки тренировались в моих кожаных купальниках. Я создал кожу, которую можно стирать даже в стиральной машине при температуре 30 градусов. После стирки вы их выжимаете и потом можете смело гладить утюгом. Мы сделали так, что кожа отлично вписалась в список материалов, которые можно долго носить. Я вспоминаю французское выражение «утонуть в стакане воды». Относиться серьезно к чему-то несерьезному. Многие модельеры страдают этим. А я себя обезопасил, поместив в стакан воды кожу. А уже потом я научился плавать в этом стакане. А как бы вы вообще определили ваш стиль, стиль Житруа? Стиль Житруа – это стиль, который может... Стиль Житруа – это то, что можно носить весь день. Когда меня встречали в аэропорту, наша переводчица была в кожаной юбке-карандаш. Уже вечером она сможет добавить к этой юбке шелковую блузку и спокойно пойти потанцевать в клуб. Кожу, которую я создаю, можно носить утром, днем и вечером. Мои творения можно назвать и casual, и couture.
А что можно сказать о темпераменте женщины, которая надевает Житруа? Женщина — соблазнительница. У Эдит Пиаф есть песня «Любовь, только любовь». Суть в этом. Без любви мы — никто. Женщина, которая носит кожу, современна, устремлена в будущее и открыта для любви на улице, в ресторане, здесь, в студии. Почему бы нет? Ну, отсюда возникает вопрос, существует ли женщина Житруа? Ну, глядя на Сару, конечно же, я думаю, что Сара, она и является женщиной Житруа. Есть множество женщин Житруа. Сара символизирует дом Житруа уже много лет. Но я думаю, что любая женщина, у которой есть юбка-карандаш, Житруа в гардеробе, смело смотрит в будущее. В чем вы руководствуетесь, создавая свои модели? У меня и Сары Маршалл, которая, кстати, тоже снимается в кино, есть уникальная возможность присутствовать на Каннском фестивале. Кино — вот то, что меня вдохновляет. Помимо этого, мы ходим на все выставки в Париже, на концерты, в театр. Все это тоже вдохновляет нас. А когда я приезжаю в Москву, ваш город буквально завораживает меня особой, неповторимой энергией. Как вы находите москвичи? Красивые ли они? У русских женщин, у москвичек потрясающие ноги, и созданные мной брюки великолепно сидят на них. Это своеобразный добровольный экспорт красоты в мир. Мы живем в мире глобализации. Все женщины мира хотят примерно одного и того же. У них одинаковое желание, и мне это нравится. Я за открытие границ и за то, чтобы люди могли путешествовать когда угодно и куда угодно. Недавно вы открыли в Столешниковом переулке первый бутик. И после этого вы часто путешествуете между Москвой и Парижем. Может быть, вы собираетесь уже перебраться в Москву? Я доверю вам секрет. Если бы я не жил в Париже, я бы поселился в Москве. Мое сердце, конечно же, принадлежит Парижу, но здесь мне тоже очень нравится, и я смог бы здесь жить. Здесь всегда можно вкусно поесть, хорошо отдохнуть и неплохо поработать. На этой неделе я представлю рецепт моей бабушки, Мэмэ Лулу. Это блины. В первую очередь я, конечно, покажу свою коллекцию, а потом докажу, что я способен хорошо готовить. Когда я был маленьким, бабушка делала мне сахарные блины. Блины с вареньем, с шоколадом. Я порадую своих гостей блинами с шоколадом. Если коротко, назовите 5 правил, которые должна соблюдать женщина, чтобы быть стильной. Я думаю, что правил гораздо больше, чем 5. Она должна быть сдержанной, невульгарной, внимательной к окружающим, иметь чувство юмора. Это очень важно. И 5, она должна много отдавать, чтобы много получать взамен. Я думаю, что самое главное в жизни — это щедрость. В моем возрасте нужно уметь передать штурвал молодым. Я с радостью объявляю в вашей передаче о том, что если молодые русские дизайнеры и модельеры хотят пройти стажировку в Париже, я буду очень рад принять их к себе. Да, это очень интересное предложение. Я думаю, что обмен между людьми, народами и национальностями очень важен. Я уверена, что русские дизайнеры московские вас услышат, и действительно, может быть, потом будут рождаться какие-то новые интересные модели. Спасибо вам большое, Жан-Клод. Спасибо большое, Сара, что сегодня нашли время, уделили нам. И была очень рада видеть вас в нашей студии. Thank you very much. Спасибо, Анастасия. Спасибо большое. Спасибо.